Продолжаем рассказывать о выставке Baxi Expo. Поехали! Еще две компании расскажут о своих стендах на выставке. Это компания Microline и GK Mini. Смотрим. Итак, на нашем стенде представлены продукты компании Microline. Здесь представлены выносные панели, термостаты, контроллеры. Специальные термостаты, разработанные для компании Baxi. Адаптеры для подключения по цифровой шине. Также радиомодули, подключаемые дополнительные устройства. Здесь представлена у нас схема подключения к котлам для работы в разных режимах. Способы подключения и способы регулирования прямых контуров, бойлеров, смесительных контуров. Вот. На нашем стенде вы сегодня также можете познакомиться с возможностью подключения Zond Connect, о достоинствах, о сервисах, которые мы предоставляем, о способах дистанционного подключения, о форматах контроля через, с помощью личного кабинета, через веб-интерфейс, также со смартфона, с планшета. Будем рады вас видеть. Обращайтесь, приходите к нам. Возникает такой вот вопрос. Я с этим долго бьюсь, так сказать. Когда появится возможность для сервисных компаний контролировать, ну, так сказать, котлы, к которым подключены системы, ну, скажем так, какой-то личный кабинет для сервисников? Будет ли это, делается ли, или, может быть, вы услышите, так сказать, мое пожелание? Да, специально для сопровождающих компаний, которые берут на себя, например, серию домов, группу домов или группу контактов, которые он хочет сопровождать в дальнейшем, разрабатывается специальное программное обеспечение, с помощью которого он в любой момент может подключиться и контролировать состояние котла, нюансы, делать какие-то постпроработки, например, анализ. Что в какой момент запускалось, что в какой момент работало, в какой момент появились ошибки, какие ошибки, как их устранить с помощью нового сервиса и нового программного обеспечения, новой оболочки, можно будет эти все режимы контролировать. Спасибо большое. Рад. Компания GK Mini. Это акционерное общество, компания итальянская. Всю продукцию мы производим на собственных заводах в Италии. Полный цикл производства от проектирования и изготовления оснастки, штамповочное производство, механообработка, сборка и поставка оборудования на территорию практически всех стран мира. 100 стран мира получают нашу продукцию, в том числе Российская Федерация. В России у нас техническое представительство и реализация происходит продукции через официальных дистрибьюторов. В каталоге продукции более 6000 наименований. Традиционно компания GK Mini является самым крупным производителем латунной арматуры в Европе. В последний год у нас появилась также фланцевая арматура, и мы можем полностью укомплектовывать строительные объекты как многоэтажного строительства, так и малоэтажного жилищного строительства. В России у нас несколько крупнейших дистрибьюторов, которые имеют свою дилерскую сеть и предлагают заказчикам как продукцию как оптом, так и в розницу. Ну и предлагаю посмотреть основные сегменты нашей продукции. Значит, это запорная арматура, шаровые краны. Представлены они в размерах от 1/4 до 4 дюймов. Арматура, еще раз повторюсь, латунная. Есть отдельные решения
инновационные, так называемые. Это затвор кубической формы, который отличается от затвора шарового. И данная конструкция нам позволяет увеличить ресурс и надежность нашего шарового крана. Шаровые краны Giacomini можно использовать как для газа, так и для отопления и водоснабжения. И независимо от того, какая конструкция или, например, цвет ручки, эти шаровые краны можно использовать и для газа, и для водоснабжения и отопления. Конструкция всех запорных элементов, конструкция уплотнений штоков, уплотнения затвора абсолютно одинаковая будет, независимо от того, какой цвет ручки. Еще один крупный сегмент – это радиаторная арматура. Это ручное регулирование, это регулирование термостатическое, и также представлены клапаны универсальные, которые идут в комплектации с маховиком управления, но маховик может быть демонтирован, и вместо него установлена термостатическая головка. Термостатические головки представлены в разных дизайнах. Также они имеют разные диапазоны регулирования до 32 градусов и до 28 градусов. Все термоголовки имеют возможность преднастройки, то есть можно ограничить закрытие клапана, можно ограничить открытие клапана, что может быть особенно актуально при применении термостатического регулирования в общественных помещениях. Далее это трубы и фитинги, которые мы также производим на собственных заводах. Это трубы PEX и трубы металлопластиковые. Это то, что поставляется в Россию. Фитинги пресс, фитинги резьбозажимные или так называемые цанговые, без инструментального монтажа, ну, то есть нам необходим только гаечный ключ. И фитинги, новая GX-система Giacomini Expansion, фитинги быстрого монтажа. Это труба, кольцо, которое надевается. Дальше труба расширяется вместе с кольцом. И после расширения вставляется фитинг. Скорость монтажа при этом одного соединения около 25 секунд. Требуется всего лишь один инструмент. Вот. Также Giacomini производит коллекторы, коллекторные сборки, узлы быстрого монтажа. Ну, это то, что представлено на нашем стенде сегодня. Для теплого пола мы предлагаем полную комплектацию, начиная от подложек различного типа, труба, демпферные ленты, коллекторные узлы специально для подготовки теплоносителя пониженной температуры. Вот. Ну, это небольшой такой вот ассортимент, небольшие сегменты, которые мы представляем на Баксе Экспо. На самом деле в каталоге около 6000 наименований, как я уже сказал. Вопрос по поводу инструмента. Я так смотрю, он у вас здесь представлен как раз для монтажа. Это ваш инструмент или с партнерами? Это инструмент партнеров. Это французское производство. Дело в том, что Giacomini очень трепетно относится к всему, что мы закупаем, начиная с материалов, ну и заканчивая комплектующими, которые мы используем, в том числе и инструмент. Вот, это все европейское производство. Ну, в принципе, спасибо вам большое. Вам спасибо. На сегодня это все. Как обычно, не забываем про это. До встречи в следующих роликах.